Честно говоря, не знаю даже как сесть, чтобы не задувало в камеру, потому что ветер на поле. Друзья, позади 250 километров, и мы на таком вот паханом и заровненном поле. Всем привет, вы на канале «В поисках золота». Мы копаем. Это Вадик там сзади за моей спиной, а вот там вот Тёмыч. Значит, ходили в разведке рядышком по полям, выбрались сюда. И есть у меня первая отдельная находочка. Сейчас вам покажу. Смотрите, вот он. Вот он, динарик. Сейчас развернусь. Троян, по-моему. Да, нашел. Видео снимаю. Вадика Веспасиан есть. Легенда с рогом изобилия. А тут Троян, да. Один из моих любимых императоров. Можно сказать, даже самый любимый. Это император, который завоевал больше всех земель. При нем Римская империя достигла максимальных размеров. Марк Ульпий Нерва Троян, второй из эпохи пяти хороших императоров. Термин «пять хороших императоров» был введен Эдуардом Гиббоном, который писал: «Если бы у кого-нибудь спросили, в течение какого периода времени всемирной истории положение человеческого рода было самое счастливое и самое цветущее, он должен был бы без всяких колебаний назвать тот период, который протек от смерти Домициана до восшествия на престол Комода». Император Троян правил империей 98 по 117 год нашей эры. Находочка, друзья, класс. Потом к Вадику подойду, посмотрим его находку. Тёмыч, у меня Троян. Идём. Да, ничего такой. Хороший троянчик. Так, кстати, пока свежо в памяти, меня просили показать, подписчик мне писал, просил показать. Я тут немножечко усовершенствовал, значит, немножечко усовершенствовал катушку. Вот если взять, пошатать, она у меня тихая, ничего нигде не стукает, не грюкает. Сейчас покажу, что я тут доработал. Значит, здесь как бы вытащить его оттуда еще. Блин, не вытащу. Сейчас, ребят, подождите секунду. Я сейчас зубами вытащу. Вытащил. Значит, смотрите, что я тут доработал. Вот здесь вот я на батарею намотал немного скотча. Для того, чтобы она не играла в штанги. Не было люфта и не создавало шумы, помехи. И вставил поролончик, вот улетел, сейчас достану, в кабель вставил кусочки поролончика, чтобы кабель не шатался внутри штанги. Вот такая вот у меня вышла доработочка. Теперь у меня кабель внутри штанги не шатается, и батарея тоже не шатается. Как бы ничего сложного, но как по мне, то приятно, когда оно все тихо, ты машешь и ничего не мешает. Вот такие вот кусочки поролончика вырезал и вставил. Там пружинная такая идет, пружинный кабель такой, как вот такой вот, как на пинпоинтере похожий. И в эту пружинку вставил кусочки поролона и туда затолкнул. И ничего не шатается, ничего не гремит. Вот такая вот доработка, в общем. Так, ладно, друзья, идем копать дальше. Вот такое вот замечательное поле, и мы по нему ходим. Кто-то тут бегал, но не сильно вытоптано. Я думаю, можно походить. Потом к Вадику подойдем, посмотрим его находочку. А, чуть не забыл. У меня же еще есть фибула. Сейчас найду ее в кармане.
Друзья, чуть не забыл, у меня еще вот такая вот вельбарская фибула. Я ее первый нашел, думал не снимать видео, но уже раз пошли находки, то уже буду снимать. Все, не будем терять времени, идем копаться. Солнышко еще относительно высоко, я думаю, несколько часов нам еще походить будет. Все, погнали. Друзья, я спешу вам напомнить, что по достижению 10 тысяч подписчиков мы проведем розыгрыш на канале и разыграем золотое черняховское украшение из чистого золота. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и ставьте лайки, чтобы принять участие в розыгрыше. Друзья, с момента находки динарика прошел, наверное, час. Хожу, пули, гильзы, дробь, все что угодно. И сейчас у меня выпадает такая находочка. Я просто в шоке. Ничего подобного раньше я просто не находил. Сейчас вам покажу. Взгляните. Я просто в шоке. Я вам честно говорю. Это серебряная качечка. Я так достал ее, тиранул. И, мягко сказать, обалдел. Смотрите, какая она классная. Просто супер. Находки 2000 лет. Я даже по черняхам ничего подобного раньше не видел. Я думаю, что, наверное, были, но я точно не встречал. Находка просто... огонь. Такая классная. Жирняк. Супер, супер. А гвоздик, по-моему, бронзовый. А не, тоже серебряный. Где-то она куда-то в что-то вставлялась. Прикиньте, такая штука. Обалдеть просто. Просто обалдеть. Сейчас пацанам покажу, будут в шоке. Крутяцкая такая. Я сижу, смотрю и не могу нарадоваться, налюбоваться. Крутая штука. Просто классная. Как они такое делали? Молодцы, конечно, умели. Вон там Вадик ходит, уже будем идти к машине, друзья. Скоро едем домой. Подойду потом к Вадику, посмотрим его находки. И Тёмыч там нашел энкалпиончик по Руси. Серебряную спинку. В общем, подойдем, потом глянем. Отправляемся к машине, друзья. Может, что-то еще попадет. Друзья, посмотрите, какая красота. Не знаю, или камера передаст, конечно,
всю красоту, потому как солнышко уже село и становится темно. Но тем не менее, молодой месяц на небе. Красотища. Уже веет холодом осени. И скоро уже будет холодно. Вот такая, вот такие красоты, друзья. Хочется любоваться и любоваться. Когда-то, 2000 лет назад, здесь жили древние поселения, которые мы сегодня ищем. Что, ребята, заканчиваем мы наш сегодняшний коп. Идем к машине, солнышко уже село. Тёмыч уже в машине, Вадик тоже там продвигается. Сейчас дойдем до машины, я вам покажу находочки, чего нам удалось за сегодня найти. Сейчас все увидите. Дошел, друзья, я до машины и смотрим находки. Это Вадик нашел. Фибулки, шмибулки. О, веспасианчик классненький такой. Да, хорошенький. Слушай, а вот эта штука, по-моему, скифская какая-то накладка. Да. Или РЖВшная, да, что-то похоже, такое у скифов было. Ну, РЖВ, по РЖВ тоже такие попадались. Серебряные, ну, это с такими. О, и Тёмыч, энкалпиончик. Серебряная фибулка классная. Угу. Бубенчик русёвый тоже, да? Да, всякая. Ну и мои скромные. Щетки. Две находки. Скромняшки. Троянчик неплохой, да, такой, троян. Да? Да, помоется. Помоется будет красивенький. Вот такие находки, друзья. Theology – крупнейшая в Украине международная интернет-площадка для коллекционеров. Здесь вы можете купить или выставить на продажу редчайшие предметы коллекционирования, уникальные антикварные находки, произведения искусства, старинные книги и многое другое. Theology – это наилучший вариант как для опытных коллекционеров, так и для новичков. О любом найденном предмете можно спросить на форуме, эксперты оценят находку, предоставят о ней исторические сведения, а также укажут примерную стоимость. В магазине Theology вы найдете аксессуары для коллекционирования, альбомы, холдеры, весы, средства для чистки антиквариата и прочие полезные товары. Все это поможет сохранить вам ценнейшие экземпляры в великолепном состоянии. Узнавайте много нового и интересного, коллекционируйте историю вместе с Theology. Ссылки под видео в описании. Что еще хочется сказать, друзья, всем, кому понравилось видео, ставьте жирные лайки, пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь на канал, кто не подписан. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Будут у нас еще экспедиции, сезон в самом разгаре. Так что еще увидимся, друзья. Всем удачи, всем пока.